Покажи свои туфельки. Вы только посмотрите. Какая прелесть. Боже мой. Сколько они стоят, Бруно? Твои тоже давай. Красота. Вот так можно. У маленькой принцессы тоже. Смотрите, какие крутые туфельки. Коренс, давай. Что нашли? Давай свою. Давай. Коренс стайл. Приехали выбирать платье. Дресс-код. Белое, красное, серебро или золото. Вообще, на самом деле, цвета очень такие, знаете, сложные, потому что белое полнит, золотое, серебряное. Барно сказала, мне купит это одежду в подарок. Вот видите, меня все любят. Мне покупают вкусняшки и покупают одежду. Хорошо, я выберу штанишки какие-нибудь. Найс. Ну, можно с этого петь, с футболочкой. Давай на лето. Через полгода. Даже не закройте, я куплю. Мне понравилось. Нравится? Мне такой очень яркий. А что, тебе не нравится? Нет, неплохо, не хорошо. В смысле, ты мне нравишься, да? Не зря я тебе такой планировал. В магазинах очень сложно найти платье. Особенно по фигуре. Особенно на мою фигуру. Золото, серебро, белый, красный цвет только. Корейский стиль, друзья. Понравилась вот эта вот юбочка. Смотрите, какая она необычная, да? Двух стилей. И кофточка на зиму. Это мой стиль. Вот это вот классика. Ну, естественно, туфельки какие-нибудь. Приехали в бутик Диван. Выбрать себе вечернее платье. И которое я сегодня буду мерить. Платье в золотистом цвете. Вот такое вот. Больше не нашла ничего. И здесь сапожки, боже мой. Вы только посмотрите. Прелесть. Прелесть. Интересно, сколько стоит? 350 тысяч вон? А, со скидкой еще есть, да? В бутике я покупала туфельки. Они очень удобные, они очень мягкие, такие, знаете, будто бархатные. Но при этом, если пачкаются, можно просто использовать обычную влажную салфетку, все быстро убирается. 105 тысяч вон. Очень крутые туфельки. Очень. Мне очень не нравятся. В машине у меня. На всякий случай всегда есть. Белая полнит. Но вы не думайте, что я толстая. Не толстая. 15 плюс, Барно, сиси прядь. Так, девочки, смотрим следующее платье. Ой. Как вам такой вариант? Так, что подписчики выберут, то и возьмем. Да? Нет, лучше белое. Да, белое лучше. Белое. Нам много. Что я выбираю, то бери. Тина, покажись, пройдись сюда. А, про это? А, какой вариант? О, боже. Как быть? Его нет, его сверху. Он чуть-чуть маломерен. Нет, я больше ничего. Какое лучше, это или белое? Мне чуть-чуть не нравится, как она сидит у нее вот здесь. Вот а, это гармошка? Вот да. Вот это она такая, в принципе, да. Как вам такой вариант? Держи. Что вы там делаете? Короче, нормально. Да. Без ремня она как-то была. Нужно трусики с пушапом, и все нормально будет. Или нормально, девочки, ну-ка. Ой, мне нравится. Да, берем его. Так и будет. Мне нравится, потому что вот здесь реально, блин, вообще круто смотрится. Я купила красное платье и белое первое с корсетом. Его ушьют, лямочки подтянут, чтобы ничего не болталось. Белое платье мне подарила Барно, а красное я сама купила. Тина будет в белом, Барно в красном, я тоже в красном. Нужно еще платье в химчистку сдать, потому что я ведь не единственная, кто мерила это платье, правильно? Правильно. Вот все, я пошла за детками готовить ужин, готовить на завтра еду, потому что завтра мероприятие у сына вне садика. Честно, я чуть-чуть что-то устала, у меня голова болит, и я хочу очень сильно есть. У меня же всегда есть поесть.
И что у меня есть поесть? Орешки. Вкусняшка.